соответствии с планами работы Управления образования Брестского облсполкома и Дома учащихся и работников учреждений профессионального образования на 2016 год в регионе в феврале-марте проходит комплекс конкурсных мероприятий «Мы молодые, надежда страны». Соревновательный профориентационный цикл включает в себя большое количество номинаций и категорий, согласно которым учреждения представляют на суд комиссии разноплановость образовательного и воспитательного процесса. Мы сегодня представляем ярмарку профессий нашего учебного заведения в целях популяризации и в развитии нашего учебного заведения. И в дальнейшем, чтобы наши учащиеся города знали, что есть данное учреждение и что это интересно и может им пригодиться в жизни. Брестский государственный профессиональный лицей легкой промышленности – учреждение с большой историей и образовательными традициями. Техническое и учебно-методическое оснащение кабинетов и мастерских позволяет учреждению осуществлять процесс обучения на высоком уровне. Лицей располагает всеми необходимыми возможностями для подготовки квалифицированных конкурентоспособных специалистов, которых устраивает приобретенная профессия. А это лицей, как бы, очень хорошее впечатление. Здесь преподают основу программирования. Я мечтал о этом лицее очень давно, так как хочу связать свою жизнь с компьютером. За спиной у лицеистов и педагогов много покоренных вершин, но на достигнутом они останавливаться не спешат. 21 век требует идти в ногу со временем, а потому уже в новом учебном году в лицее пройдет набор на еще одну новую популярную специальность. Мы в этом году действительно планируем увеличить набор учащихся, несмотря на экономическую ситуацию в стране, и ввести новую специальность – автоматический раскрой. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «Буг-ТВ».